Давайте, бля, подключайтесь. Со старым конкурсом все заебись, посылка отправлена. В группу выложу фотографию, подтверждающую, что посылка отправлена. Так что не сметь пиздеть на Валерона, что Валерон, блядь, не делает то, что говорит. Да, что-то, пацаны, вас немного, блядь. Вы, блядь, где все вообще? Что-то не понял. Короче, я что хотел, короче, чтобы вы предложили. Сейчас надо, в общем, мне новый конкурс какой-то мутить. Вот. Ну и я хочу, чтобы, естественно, халяву для вас, гондонов, я не просто так устраивал, потому что вы привыкли хуйней страдать, вот, и на халяву что-нибудь получать, а сами, соответственно, нихера не хотите делать для того, чтобы помогать развиваться, блядь, моим проектам. Вы хотите только... нихуя вы не хотите. Здорово, здорово. Ну вот, соответственно, пацаны, я жду ваших предложений. Выспался, да. Я жду ваших предложений по поводу того, то есть какой конкурс мне мутить. Разыгрывать, я думаю, что я буду комплексный сейчас, комплексный креатин от Леврона. Вот, так что если вы хотите, блядь, чтобы я начал его разыгрывать, давайте предлагайте варианты, которые могут поспособствовать этим конкурсам. Поспособствовать этим конкурсам развитию какого-либо из моих проектов. Ютубу ли, Инстаграму ли, группам ВКонтакте, да хоть Перископу. Вот. Так что давайте. Ковер охуенный, да, я знаю, персидский. Вот. Короче, ребят, я зашел, бля, чтобы вы что-нибудь умное сказали, а вы про ковер. Ну, как бы, честно говоря, не удивили, блядь. Вот не удивили ни разу. Чья запись соберет больше репостов. Ну, видишь, на конкурс репостов уже был. Вот. Ну, ты можешь тогда, тебя же никто не заставляет. Не нужен креатин, больше шансов будет выиграть его у других. Тебя забыл спросить, материться мне или нет. Давайте, толкайте ваши гениальные мысли. Быть может, кто-то что-то предложит умное. Ух, я такой, да. Можешь посмотреть на меня и немножечко пофапать пока что. Тихонечко. Мяу, бля. Кто-то очень быстро поехал на мотоцикле. Нет, Оги, я тебя не читаю, ты ничего умного не пишешь. Эрон-дон-дон. Соберет ли любое фото на спорт-тему? Ну, короче, ну давайте, ну сгенерируйте что-нибудь умное, блин, ребят, ну на самом деле, ну. Давай пиши еще раз. Конкурсы, которые поспособствуют развитию одного из ресурсов. Да, вот я и думаю, какой нужно сделать конкурс, чтобы он поспособствовал развитию одного из ресурсов. Да не, ну трансформация это слишком серьезно. Банка за репост. Банка за репост, вот мы уже разыграли, парень выиграл, я ему ее сегодня отправил. Банки креатина маловато, но за конкурс трансформации, да, за халяву нет. Форма, да, форма заебись, я знаю. Как можно вес поймать? Ну понятно, шпага поперечная. Бля, откуда вы бежите-то? Что-то опять это какие-то не местные, блядь, появляются. Лучший коммент на Ютубе. Да начнут писать просто. Просто писать, блядь, ни о чем. Вот. Привет, привет, Якутск, да.
Здорово, здорово. Вопрос, будет ли эта программа по рандомному выбору работать по хэштегам? Вот этого я не знаю. Я знаю, что она работает по репостам. А насчет того, как это по хэштегам работает, я не знаю. Ну так велосипед я и не прошу придумывать, я прошу сказать мне, какие варианты есть интересные из этих конкурсов, чтобы я мог взять и использовать, соответственно. Да, да, это мышцы, ты права, действительно, это они. Привет, Болгария. Да, чувак, качал икры на фарме, а все остальное, блядь, не качал. Фотки с хэштегом определенно. Ну расскажи, вот давайте тогда качнем Инстаграм. Инстаграм мне интересно качнуть. Как замутить конкурс тогда, чтобы он чисто шел по Инстаграму, да? Я его в группе тогда отрекламирую, что у нас идет конкурс в Инстаграме. Ну да, мне тоже не помешает. Про ковер уже писали, не оригинально. Давайте, давайте, я не против, можете мне в личку отписываться со своими идеями. Нет, детка, я не тренер. В общем, короче, мысль такая тогда, чтобы Инстаграм качнуть. Подписываем. И с нужным хэштегом первый месяц тренер. Ты Данила Ковалев. Хорошо. Хорошо, договорились. Ну, осталось теперь, собственно, придумать, как бы сделать что-то такое интересное, чтобы народ подписывался на Инстаграм и, соответственно, делал то, что нужно. Что ты пишешь? Кто по провести? Какой провести? В чем ты? Я же сказал, приятный мужик Водянов, нормально пообщались. А в инсте записи, ребят, нет такой функции, там это не получится сделать. Здорово. С хэштегом. Нет, мне нужно, чтобы росли подписки на мой профиль в Инстаграме. Просто выкладывать фотки с хэштегом, это не очень мне как бы нужно. Нет, я только что сказал, решили Инстаграм. Ну, в принципе, можно, если хэштегом отмечать меня тогда. Чего? Да, покусали, это тоже очень оригинально. Зачем, чтобы росло число подписчиков? Ну, может, потому что это мой заработок, а? Я тебя удивлю. Венка пошла по руке. Да, у меня там этих венок, блядь, на руке. Ноги есть, да, представляешь? Причем, блядь, они настолько большие, что тебе хуёво станет, когда ты увидишь. Блин, одни бабы сумасшедшие. Во, вы даете, а? Представляешь, действительно мужчина, не женщина. Реально так, ты права. На соревнованиях покажу, ладно? Кент, блядь. Ребят, зовите сантехника, тут девчонка потекла. Не качал, дрочил, блядь. Прикинь, дрочишь, они сами растут. Челлендж, да ну его нахуй, это уже так все. Залитый, да.
залитый, пиздец какой залитый. Покажи нам какой-то незалитый, а? Бля, Иришка, ты дурная, конечно. Да я уж надеюсь. Хотя, с другой стороны, не вижу ничего плохого, блядь. Течь на меня – это не самый хуёвый вариант, хочу тебе сказать. Это нормально. Ребят, я банить буду, я же говорю, за тупые шутки, блядь, и неуместные комментарии. У меня мой перископ не для того. Короче, я жду ваши мысли и предложения. Мне ВКонтакте в личку по поводу... Ну, вот еще один. Давайте начнем с него. По поводу того, какой конкурс устроить в Инстаграме, чтобы у меня в Инстаграме росло количество подписчиков. Да, и, ну и, соответственно, параллельно, чтобы шел какой-то конкурс. Чтобы людям было интересно подписываться и делать какое-то действие. Если кому не впадло обдумать это, напишите мне в личку. Глядишь, я и до вас доберусь с подарками. Нет, это не Иришка, я думаю. Я видел, у меня всплыло, что что-то написал, когда закончу сеанс перископа, посмотрю. Угу. Супер сообщение. Да, я все читаю, что вы пишете, ребят. Ну, люди-то, может быть, и ебанулись соцсетями, только я сейчас... Сейчас, наверное, блядь, я открою для тебя Америку, но, возможно, блядь, для остальных все-таки это будет не Америка, а они немножечко до этого догадываются. Так вот, мой друг, все заключается в очень простой истине. Соцсети... Это место, в котором зарабатывают деньги не только владельцы, блядь, самих соцсетей, но и популярные люди. Так вот, есть те самые популярные люди, которые генерируют трафик, а есть те люди, которые этот трафик потребляют. Так вот, в данном случае я тот, кто генерирует трафик, а вы те люди, которые трафик потребляете. Каждый человек выбирает то, какой трафик конкретно ему интересно потреблять. Кто-то потребляет фильмы, кто-то потребляет бьюти-блогеров, кто-то потребляет, возможно, что-то, что касается психологии, кто-то потребляет, возможно, что-то, что касается готовки, и так далее, и так далее, и так далее. Вы платите, глупенький. Чем вас больше, чем вы активнее, тем больше, блядь, я популярен. Неужели я такую, блядь, тяжелую истину для тебя сейчас открываю? Это пиздец. Это очень грустно все тогда в таком случае. Ну и хорошо, что ты нихуя не понял. Меньше конкуренции будет на этом поле. Уже думал, уже делается. На красивую котейку. Другой вопрос, что нужно понимать, что в каждой нише, блядь, довольно-таки ограниченное количество людей, которые генерируют интересный трафик. Поэтому вся, в общем-то, прочитаю. Валя, а можно я знаю, что скажу? Вот так. Вот. Соответственно, как вы видите, люди в бан у меня улетают регулярно, поэтому мне совершенно... Неинтересно, инста-воутру бесплатно для... Напиши, пожалуйста, ВКонтакте, я не запомню здесь. Продублируй, ладно, мне про вот этот инста-воут ВКонтакте на Валерий Живухин в личку, хорошо? Очень надеюсь, что ты меня услышал, потому что иначе я проебу эту вспышку. Так вот, я что хотел сказать-то. Довольно-таки ограниченное количество... тех людей, которые генерируют интересный трафик, на которых вы подписываетесь, которых вы смотрите, слушаете и читаете. По этой причине, соответственно, все довольно-таки просто, блядь. Кто генерирует трафик, тот и зарабатывает деньги. И никакого откровения, как бы, на самом-то деле в этом нет. Для кого это является откровением, тот, ну, довольно-таки глупый, как оказывается, на голову.
В таком случае это тот человек, которому можно и Киселева по телевизору пускать, и он все примет за чистую монету и будет думать, ебать, как все интересно. Вот, поэтому, как бы, блядь, живем в тот век, когда кто где успел, там и поспел, блядь, знаешь. Не знаю, что тут, блядь, непонятного и почему такие элементарные вещи нужно объяснять. Поэтому в моем случае вещаю, когда хочу, где хочу и как можно больше. Вот. И чем больше, блядь, это все востребовано и интересно, тем... ну, понятно, Лаки, давай ты тогда, до свидания. Вот. Ну, а как я отношусь к Беларуси? Нормально отношусь к Беларуси. Минск посетил бы, я там был. Но, как я уже объяснял, я же не за свои деньги туда поеду. Семинары организовывать магазины «Спортпит». На данный момент не сезон, у магазина «Спортпита» хуи сосалово сейчас идет. Оги, ну ты, блядь, такой душный тип. Ну вот тебе банка, ебаный в рот, ну. Нет, в Астрахани не был. Ну что ж ты делаешь? Ну прекрати. Блять, Оги. Сука, придурок, я не могу, блядь. Ну, как-то так, короче, ребят. Ладно, в общем, пойду читать я, что вы там мне написали про конкурсы в Инстаграме. Еще раз попрошу, если у кого-нибудь будут какие-нибудь интересные мысли по поводу конкурса в Инстаграме, который может увеличить мне количество подписчиков, дать трафик и при этом, чтобы это было интересно, пишите мне в личку на Валерий Живухин ВКонтакте. Я почитаю и, блядь, буду благодарен за... любые интересные, блядь, идеи. Вот, на данный момент. Директ в инсте очень редко читаю. Ну, понимаешь, если напишешь, я прочитаю. Вот. Что, мне осталось еще разочек покушать, поставить укольчики. И поеду я качать руки сегодня. Сегодня у меня по плану руки. Вот. А потом приеду, покушаю и, может быть, выйду к вам. Опять. Сюда, в перископ. Так что давайте, ждите меня, и я вернусь, мои зайки. Пока.